Так, сегодня у нас обзор. Павел Григорьевич, рассказывай. Здравствуйте. Это у нас самодельный станок для торсировки. Мы раньше много делали ширпотреба. Такие заборчики туда-сюда. Вот и придумали такую конструкцию со съемными инструментами, механизмами для разного сечения квадрата. Тут 14, 12, 16. На холодную все крутили. Так что сейчас буду собирать, вспоминать, как это делали. Давно уже не крутили. Ну ты покажи, как он в принципе у вас работает. Что, 5, как вы его сейчас... Вот такая штука вставляется, направляющая. В эту. Вот это направляющая, значит, вот сюда. Зажимается. И крутится трубами. Да, но часы у тебя же, получается, двигаются. Да, часы двигаются, да. То есть на какую... Можно их отрегулировать, так поставить. Ну, у вас какая-то определенная длина. Вот ты же скажи, что он еще у вас был больше, вы обрезали его. Ну, он у нас был большой такой, он был на ногах, стоял отдельно у нас, видится, другой. Вот, сейчас он тут не востребован, мы лишь выбрасывать не стали, мало ли когда пригодится, оставили механизм. Нет, пользуемся. Ну то есть там все просто, труба в трубе вставляется, крутится. Да, такие подкладки у нас разной высоты есть. Чтобы потом вот этот квадрат, когда ложится, чтобы он был соосно вот с этим отверстием. Чтобы не так стоял. Сейчас я подберу. Найду. Вроде оно. Так, и мне еще длину надо определить. Она, не она, если что, часы подвинуть. Ну сейчас мы покажем этот процесс. Да. Подходит, Павел Григорьевич? Нет, это не она. Это просто дело в том, что вот эти вот комплектующие были заготовлены. Уже, наверное, лет 7 у нас стоят человеку. Он обыграл друг по-другому, и они остались невостребованы несколько штук. Штук 5, наверное, комплектующих. Вот это сейчас еще покажу. И вот такие... Вот заготовки были у него на ограждение второго этажа. Он по-другому решил проблему. Они остались. Вот мы сейчас нашему товарищу отдадим, подарка сделаем. Ему надо. Ну, в общем, нам нужен этот станок? Да нет. Ну что, в общем, если кому-то надо, мы его продадим. Да, пожалуйста. Он нам уже не нужен. По вопросам обращайтесь, приобретение. Тяжелый, зараза, только такой. Но до какого квадрата, Павел Григорьевич, можно крутить? 16 крутили. Ну на холодную. На холодную, конечно. Но на горячую-то там еще больше можно. 16. Я думаю, на горячую-то и 20 закрутить. Пока на горячую мы в часах крутим. Руками. Ну мало ли кому-то надо в станке. Ну а сейчас посмотрим весь процесс. Кстати, еще труб-то не осталось где-то, наверное, перековали, что ли. Куда мы их дели? Использовали, наверное, но... Да. У нас все в дело идет. Да, вообще, да, потому что решили, что уже нафиг не надо. А где накрепится-то у меня? Он, видите, даже забыл, Павел Григорьевич, как это забыл все. Уже, где еще у меня находится. Сколько он стоял-то? Да, лет 5 или 7 точно он стоял. Его с места на место... Вот эти заготовки, как мы тогда сделали, наверное, последние. Его с места на место передвигают ребята, потому что он только стоит. Ну, торсировка еще пригодится, если что. А то есть не будем продавать? Так руками делаем. Мы сейчас такую, ну, может быть, конечно. Куда? А, вот сюда вот. Ну, может быть, да. Тогда не продаем. На новый заказ вдруг понадобится. Да, на новый заказ вдруг понадобится. Но, в принципе, если кому-то надо, то мы можем такой станок сделать. Мы же можем сделать, Павел Григорьевич? Можем. Да, можем сделать. В общем, 100 тысяч долларов, и он ваш. Да. Это жадный. Почему жадный? Он раритетный, вы там клеймо свое поставите. Он намоленный, на нем сколько людей-то работало. Намоленный, да. Он, правда, вот уже эти, вот сейчас говорим, что их куда-то уже использовали. Да, иначе это все открутится. Там, сейчас... видите, уже это все таким... слоем пыли покрылась. Павел Григорьевич сейчас его тут смажет. Да. Так, Павел Григорьевич, что там у тебя? Ну вот, сейчас открутил, достал тут раз, два, три, четыре. Четыре размера на данной конструкции. Сейчас
сейчас померяю, какой из них подойдет для наших. Там уже можете и так, и так, и так, в любую длину, по идее. Так можно пропилить, там просверлить и другие размеры сделать. Где там все? Да, вот он. Вот он такой. Все, попал. Часы установлю и будет готов к работе агрегат. К этому станку прилагается 3 китайца, но их надо кормить, потому что он сам по себе не крутит, крутят китайцы. У нас Сашка Александр Николаевич за китайцев. Он у нас помогал крутить. То есть Александру Николаевичу не отдадим, а 3 китайцев отдадим с большим удовольствием. Да. Ну сколько надо настраивать, Павел Григорьевич? То есть, ну, где-то минут 15, да, его? Ну, наверное. Ты его просто с непривычки тут, ты уже забыл. Как... Я уже забыл, что тут откуда, поэтому не помню. Ну мы его вдвоем поднимали, он килограмм сколько, наверное, 30? Ну, килограмм 40, наверное, весит. Весит, да, он такой. Вы видите, уже потерял сноровку, то у него все вручную работает, Павел Григорьевич, то он уже вообще забыл, что такое механизация. А я не люблю такие вещи, что потребные. Километры. Да. Так, ну вот Павел Григорьевич проводит настройку. Да, все вроде бы. Все механизировано, все на электрическом приводе. Сейчас мы ее приварим к столу, эту фигню. Прихватить надо. Да. Андрюх, прихватишь что ли? Ну вот Андрей Владимирович прихватил мегамашину. Павел Григорьевич взял... Трубы хорошей нету, которая тут была родная. Две трубы. Мы их там решили, что нам не надо. Ну подобрал какую-то дрянь. Что-то там хорошая труба у тебя. Когда люфт большой, она будет гулять. Позвольте металлолом не то. Все. Ну вот. Смотрите. А песню ты делал? Нет. Да так увижу. Чем дальше, тем сложнее. Да. Ну руками точно я бы не сделал. Ключом. Смотри. Хорошенько. Еще, по-моему, да? Надо еще довести. Ты вот эти вот. Вот эту полки навес. Вот так. Вот так. Еще добавь. Все, хорош. Огонь. Ну вот, вот так. Самое главное, что быстро. Да, Павел Григорьевич? Да. Все, сейчас она готова. Сейчас мы... Поправить ее. Поправили, готово. Ну вот таким путем сейчас будет все происходить. Где они у меня остальные? А ты куда-то их отложил, наверное, Григорьевич? Я куда-то положил. А, вон они. Вот, а сейчас там покажу попозже Андрея Владимировича. Больше настраиваться надо, да, Павел Григорьевич? Да, вот смотрите, вот процесс-то как. Обычно мы тут отметку ставим. Сейчас я ее отметочку поставлю. Докуда крутить. Так.
Ну и все, сейчас видите, он вторую метку ставит, сейчас хоп. Да, докуда? Вот и все, готово. Готово. Все, а сейчас справка. Сейчас это снова сюда возвращаю. По идее, это ее бы смазать, она вся в пыли у нас. Так. Мне всего 4 штуки надо так. Не будет никто ничего смазывать. Так, пойдем. Ну все. Теперь смотрим, что у нас Андрей Владимирович сделал.